На телеканале «Евразион» завершились съемки нового музыкально-образовательного шоу «Big University Chart». В трех выпусках своего дипломного проекта студент Института филологии и журналистики Максим Дробышевский рассказывает о том, какую музыку слушает в Тюменском госуниверситете. Многого я не знал, как ее нужно вести, нужно было проанализировать очень много программ уже существующих. То есть эта программа на студенческом телевидении, хотелось сделать ее максимально для студентов, поэтому пришлось узнавать какие-то новые направления музыкальные, какие-то там каких-то исполнителей, которые слушают наши студенты. И я некоторых даже не знал, не понимал, кто эти люди, что они вообще делают в моем чарте. Результатами своего эксперимента Максим остался доволен и планирует в дальнейшем работать на телевидении. Выпуски шоу «Big University Chart» можно будет увидеть в эфире «Евразиона», а также на сайте телеканала. Георгий Лайф, Николай Салдаев, «Евразион ТВ».